У Гомельскім районе сегодня перапахавали останки 9 вайскоўцаў Червоной армии, якія загинули в 1943 годе. Свой покой яны знайшли у братской могиле у старых Дятловичах. Сведкой журботного ритуалу стала наш корреспондент Ганна Каральчук. Останки червоноармейцев были знойдены у червеня на территории Бабовицкого сельсовета, неподалек от поселка Чкалова. Пошуковые работы в этом районе проходят на протягу опошних 5 годов, потому что он был ключевой кропкой боевых деяний по вызволению областного центра. За этот час уже удалось знайти и перепахвать 213 человек. Однако зараз все было больше складано. Раскопкам попередничала долгочасовая праца с документами и сведками. До этого приходилось работать с санитарными захоронениями, в которых могло находиться и 20, и 30, и даже 60 человек. Здесь же два информационных листа, составленных по свидетельству местных жителей, не подтвердились, они места оказались пустыми. Поэтому пришлось работать непосредственно на боевых позициях. Траншеи были вскрыты, и останки были частично выброшены на поверхность. Обнаружены были на поверхности останки. После этого уже вызвали поисковиков. Пошуки протягивались 5 дней, и у них принимали удел 52-й специальный пошуковый батальон и клуб «Пунцовые погоны» Гомельского кадетского училища. На жаль, речи солдат не нашли, тому установить особы загинувших не было махчимости. Как меркуется, эти останки належат солдатам 43-го стрелкового корпуса 137-й дивизии. Останки загинувших героев с воинскими ушанованиями и по православных традициях перепахавали у братской могиле у старых Дятловичах. Их имены застались неведомыми. Однако теперь появилось место, куда будут приходить люди, как поклониться у память об их бессмертном подвигу. У человека должна быть память. То есть без памяти человек никто. Прошлое тоже так же важно, потому что на прошлых ошибках человек учится. И поэтому ему это нужно помнить, и чтобы такого не происходило. Для меня это важно, потому что мои прадеды тоже воевали. Один воевал в составе 21-й армии 3-й стрелковой дивизии 28-го стрелкового полка, а второй воевал в 3-й армии 169-й стрелковой дивизии. Про 74 годы после закончения боевых действий проблема пошуку, установления лесов и увековечения памяти по-ранейшему актуальная. Тысячи солдат Великой Отечественной войны до этого часу не знойдены. Светлая память неведомым героям, щирая дякую за махчимость жить народной земли. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» с Гомельского района.